Десятки иранцев в центре актового зала школы номер 83 предвещают скорое начало нового учебного года. И пусть в Казахстане первый месяц обучения будет в режиме онлайн, необходимость школьных канцтоваров еще никто не отменял. Чтобы помочь многодетным и малообеспеченным семьям, представители компании «Атау Групп» решили подарить школьные принадлежности мальчишкам и девчонкам разных классов. Более 100 ребят получат подарки из рук генерального директора компании Аслана Алимбека в рамках акции «Дорога в школу», которую, к слову, организовали с учетом всех норм безопасности. На днях мы хотели бы 72 квартиры обеспечить годовым бесплатным интернетом. То есть это будущий проект такой. Не будущий, а уже реализуется. Меморандум был уже составлен. Надеюсь, на днях это уже предоставим. Успехов только в новых начинаниях. Это начальным школам. И только учиться, учиться и учиться. Четвероклассница София Сан с радостью показывает содержимое ее нового розового рюкзака. Больше всего школьница рада альбомам и карандашам. По словам Софии, ее самый любимый предмет в школе – рисование. Девочка признается, что по остальным предметам не всегда удается получить хорошую оценку, но обещает в новом учебном году стараться и радовать родителей пятерками, поэтому уже сейчас активно готовится к 1 сентября. Читаю я «Волшебник изумрудного города». Большая книга. Пишу я прописи, этот почерк подготавливаю. Все, больше ничего не делаю. По словам руководства учебного заведения, «Дорога в школу» ежегодно поддерживает многодетных родителей. Вручение учебных принадлежностей пройдет в несколько этапов, так как собирать большое количество детей из-за карантинных мер нельзя. Дети будут приходить в учебное заведение по несколько человек. В этом году спонсоры акции решали еще и проблему с интернетом и планшетами, чтобы школьники могли присутствовать на виртуальных уроках. Да, у нас каждый год проводится «Дорога в школу» акция. Это не один день, это в течение года. До конца года у нас мы оказываем по всей возможности помощь оказываем всем родителям, всем учащимся, которые здесь учатся. В прошлом году мы почти 1500 детям помогли. В этом году сейчас только начали. Также представители компании «Атау Групп» планируют встретиться с руководством трех школ Кайнарбулака для обсуждения текущих проблем, чтобы ничто не мешало детям получать качественное образование.